Спрашивали в комментариях, сколько дают. Ну, карты у меня 460 на Клемор 11 в дуале с Вердж монеткой. То есть это эфир плюс Вердж. Ну, у меня есть вот сейчас ферма из трех Radeon RX 460. И тут запущена вот как раз 11-я версия Клемора. Вот уже 32 часа работает. Очень давно. И скорость такая 14 мегахеша эфир. Ну, иногда оно чуть снизится, потому что, ну, не знаю, это я по TeamViewer захожу, когда бывает на первой карточке чуть-чуть как бы падает хешрейт. В общем, скорость вот при таком вот разгоне 14 мегахеша эфир, все три карты дают, и 630 вердж. Это разгон вот такой вот у меня на картах. Radeon RX 460. Ядро 160, память 2000. Power limit добавлен, вольтаж убавлен. Ну, я сильно не убавляю, минус 100, потому что бывает, почему-то эти карточки отваливаются, если сильно уж вольтаж занижаешь. То есть вот из этого надо исходить, что 14 эфир и 630 вердж. И, ну, на эту дату, если вот калькулятором воспользоваться, то это вот такие примерно показатели. 630 вершей и 14 эфир — это 1,57 доллар в сутки. Ну, это вот именно на момент записи. То есть в месяц 47 долларов. Ну, 47 долларов — это что там? 47 умножить на что там? 57 курс, да, ну вот 2600 где-то в месяц рублей. Это у меня там в комментариях на старом видео спросили про 460 карточку. Ну, короче, заголовки видео запишу 14 эфир и 630 верш. Ну все, спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Всем пока.